Ученики младших классов вернулись за парты в Москве после двухнедельных каникул. Речь идет о без малого полумиллионе учащихся с 1 по 5 классы. В соответствии с решением мэра Москвы, старшеклассники до конца октября будут учиться дистанционно. Старшие школьники больше подвержены риску заражения, говорится в частности в указе. К тому же они успешнее адаптируются к дистанционному формату обучения. Дистанционные уроки стали куда более обыденными для учителей и для учеников. И здесь, наверное, самое главное – это грамотно организовать день и рабочее место ребенка. Потому что ребенок, который заранее подготовлен к учебе в таком формате, ему уже намного проще перестроиться и намного комфортнее учиться. Власти также просят учеников старших классов ограничить встречи с друзьями, родственниками и воздержаться от посещения общественных мест. За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения в России составило без малого 16 тысяч. Между тем, значительный массив данных об эффективности вакцины «Спутник Ви» может быть получен к середине ноября, сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Лагунов. В понедельник также стало известно, что эта российская вакцина будет производиться в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае.